Тренисков – это трехлучевая приемная трубка, которая используется для получения цветного изображения. Эта трубка состоит из трех монохромных кинескопов – светофильтров и полупрозрачных зеркал, либо дихроичных зеркал, объединяющих функции полупрозрачных зеркал и фильтров. Принцип работы такой трубки прост. Каждый кинескоп воспроизводит изображение, соответствующее одному из основных цветов – зеленому, красному и синему. В оптической системе состоит из двух зеркал, они складываются. Полученное суммарное изображение будет многоцветным. Человек видит зеленое изображение через оба зеркала в прямом направлении, а красное и синее – после отражения от соответствующего зеркала, расположенных под углом 45 градусов. Зеркала подобраны так, что первый из них пропускает зеленый цвет и отражает красный, а второй пропускает зеленый и красный и отражает синий. Для правильной работы такого устройства необходимо, чтобы все параметры монохромных изображений были одинаковы, а сами они были правильно совмещены. Кинескопы размещают так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от объекта, их оптические оси совпадают. Кинескоп обеспечивает высокие параметры цветного изображения, наступающие к лучевому маточному кинескопу. Основным недостатком кинескопа, из-за которого он не получил широкое распространение, являются небольшие габариты.